Всем привет! Сегодня предлагаю продолжить тему галлюцинаций. Судя по прошлому подобному видео, эта тема вам очень понравилась. Сейчас я вам покажу 5 оптических иллюзий, после просмотра которых у вас возникнут зрительные галлюцинации. Все, что нужно сделать, это пристально смотреть в центр изображения, а после окончания каждой иллюзии отвести взгляд по сторонам от экрана. Но и это еще не все. В конце данного видео у вас будет возможность узнать свое будущее. Ну что, начнем? Первая иллюзия заставит окружающие предметы уменьшаться в размерах. После ее просмотра переведите взгляд на некий объект около вас. А теперь сосредоточьте свой взгляд на каком-то предмете около вас. А после просмотра этой иллюзии стены вашей комнаты начнут деформироваться. Пришло время посмотреть по сторонам. Чтобы случайно не упасть, иллюзию под номером 3 лучше смотреть сидя или лежа, ведь она вызывает некое подобие головокружения. А теперь посмотрите по сторонам. Просмотр следующей иллюзии вызовет у вас эффект увеличения окружающих предметов. Пришло время посмотреть на какой-нибудь предмет около вас. Иллюзия под номером 5 имеет наибольший галлюциногенный эффект. Если она подействовала на вас больше остальных иллюзий, то напишите мне об этом в комментариях. А теперь посмотрите по сторонам. Мощно, не правда ли? Ну а пока вы галлюцинируете, у вас есть возможность узнать свое будущее. И это не шутка. Если вы нажмете на палец вверх под этим видео, то гарантированно увидите новую порцию оптических иллюзий в ближайшем будущем. Захватывающие эксперименты, интересные опыты, краш-тесты, любопытные испытания и многое другое вы найдете на канале MadLab. Всем любителям умопомрачительных экспериментов настоятельно рекомендую подписаться. Ссылка на экране и в описании. Смотрите другие наши выпуски и обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем пока!